Доброе утро, братцы рыбаки, с вами наноспиннингист МСК, 9 июня 4.20. Подошел ко мне дедушка поздороваться, говорит, подсачник обязательно с собой бери. Я взял. Так, ну что, надеюсь, я сегодня имею шанс на реабилитацию после последней рыбалки. Мормышечка стоит у меня. Ну и вторая. Так, на целый опарышек нету поклевок. Он стоит, значит, опять кусочек. Как я и говорил, есть у меня ощущение, что вот этот вот кусочек маленький опарыша, он напоминает какую-то икринку, что ли, бог его знает. Может быть, и бисера было бы достаточно. Но на бисера я не ловлю. Реабилитация первая. Опарыш сработал. Жизнь продолжается. Да я просто удовольствие получил от этой поклевки. Как бас, она выпрыгнула. Красотка. Спасибо. Это верхоплавка. Ну хоть окунёк. В принципе, рано ещё клёво-то заканчивается.